Айдамир, остановись здесь, я по-маленькому хочу выйти. Слушай, брат, потерпи чуть-чуть, это федеральная дорога. Сейчас до ближайшей остановки доедем, сходишь в Бурную. Остановись, слушай, я сделаю свое дело и быстренько, быстренько поедем. Да, потерпи, да ты чуть-чуть осталось до остановки доехать, я тоже хочу в Бурную. Вместе пойдем, это же федеральная дорога. Да, остановись, слушай, никто ничего не увидит. Я тоже выйду, тогда свежим воздухом подышу. Тагир, что, брат, сестре едем? Может, в магазин заедем, фрукты, чуть детям киндеры купим? Да-да, блин, можно киндер, что можно купить детям. Я смотрю, да, на них, что они делают. На федеральной дороге нужду исполняют. Это же некрасиво, тут люди с семьями едут, с детьми. Пойдем, Казим, замечание сделаем. Давай остановимся, Тагир. Давай остановимся, это что такое? Беспредельничает. Ассаламу алейкум, ребята. Делайте. Возможно, на федеральной дороге нужны спал. Люди же проезжают. Другу тоже объясните. Тут мама чья-то смотрит, дети смотрят, некрасиво, ребят. Федеральная дорога. Соблюдайте дорожную культуру, пожалуйста. Вам тут же будет приятно, если люди будут вас вести, и вы с родителями будете ехать или с детьми. Брат, я столько есть заправок, столько есть мест определенных, куда можно сделать нужду свою. До остановки можешь доехать спокойно в Бурную пойти. Все, понимаю, мы тоже объясняли, но столько всего, ну, видишь, так сильно захотел, остановились, извините.